Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. На днях артистка впервые отправилась в путешествие с трехмесячным сыном Александром. Как выяснилось, Юлианна Караулова и ее избранник Черный улетели в Ереван, чтобы там покрестить малыша. Таинство прошло в одном из местных храмов, расположенном у живописного озера Сиван. Юлианна поделилась в личном блоге черно-белым снимком, на котором можно увидеть крестных, держащихся на руках с трехмесячным Сашей и родителей, стоящих позади. Пока неизвестно, когда артистка с семьей вернется в столицу. Напомним, Караулова не стала засиживаться в декрете, как и ее звездные коллеги. Артистка вовсю посещает светские мероприятия и дает выступления. За короткое время она смогла вернуть себе стройность. Должна же быть хоть одна фоточка в купальнике этим летом, чтобы вы знали, что я к сезону все-таки похудела, пусть даже к концу, заявила недавно 33-летняя певица, публикуя пикантный снимок. Певица уже несколько лет счастлива в отношениях с саунд-продюсером Черным, однако до этого у Юлианны был бойфренд, который не раз изменял ей. В интервью Юлианна вспомнила неприятный эпизод, который произошел в период ее прошлых отношений. Однажды, вернувшись домой, она поняла, что в квартире кто-то есть, и была очень удивлена. Я зашла домой с подругой, увидела женскую обувь и сумку. Тут слышу, что в душе течет вода. Я сразу поняла, кто это. Накануне я видела переписку своего молодого человека с некой девушкой в Facebook. Он случайно оставил включенным компьютер, вспоминает Караулова. В душевой Юлианна увидела девушку, которая уже встречала ранее. Эта журналистка брала у нее интервью. Та заявила, что действительно встречается с ее парнем уже месяц. Якобы бойфренд сказал, что с певицей уже расстался. Она просто не забрала свои вещи из квартиры. Чудовищно неловкая ситуация. Она начала плакать, но я поняла ее по-женски, ведь он и ее обманул, и меня. Через какое-то время мы даже пересекались, отметила звезда. Конечно же, парню пришлось объясниться. Я была такая злая, но скоро агрессия прошла, и я начала переживать. Очень больно, но я зачем-то его простила, признается Юлианна. Этот молодой человек впоследствии даже звал певицу замуж, но она тогда многое переосмыслила. Самое страшное не физическая измена, а та, когда появляется привязанность к другому человеку, рассуждает исполнительница сейчас. С Андреем отношения певицы строится на доверии. По ее словам, они очень любят друг друга и даже знают пароли от телефонов. Пара пока не расписана официально. Квартира, которую они покупали вместе, оформлена на Юлианну, а Андрей там просто прописан. Юлианна Караулова уже больше 6 лет встречается с продюсером Черным. Свадьба звездной пары должна была состояться еще в 2018 году, но артистка отказалась от пышного праздника из-за занятости на работе. Юлианна Караулова уже 15 лет находится под пристальными взглядами поклонников. Артистка дебютировала в «Фабрике звезд» в 2004-м, а после выступала в составе группы Five Star Family и сольно. Несмотря на невероятную популярность, певице довольно долго удавалось скрывать личную жизнь. Еще в 17-м избранник Юлианны Черный сделал ей предложение, но свадьба так и не состоялась. По признанию любимицы миллионов фанатов, у них просто нет времени на организацию торжества. Сейчас Караулова записывает новые песни, а в свободное время посещает светские рауты. При этом артистка давно решила, что ее свадьба должна быть изысканной и нетривиальной. Я против официальных торжеств с караваном, выкупом, голубями. Идеальная свадьба для меня — веселая вечеринка за рубежом, и платье я хочу сдержанное и очень простое, рассказала Караулова.